Уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, ну я, во-первых, хотел поблагодарить организаторов за приглашение и вдвойне поблагодарить за возможность участвовать в таком, в общем, интересном очень докладе, который будет состоять из опыта двух центров. Безусловно, это очень любопытно и думаю, что это будет успешно. Если говорить о лучевой терапии больных раком молочной железы, конечно, во-первых, наверное, было бы правильно напомнить о том, что при органосохраняющем лечении лучевая терапия является неотъемлемым компонентом лечения. Попытки отказаться от лучевой терапии даже у больных из очень благоприятных групп приводили к достоверному увеличению локальных рецидивов. И поэтому в основном уже исследования, которые позволяли оптимизировать или которые были направлены на то, чтобы оптимизировать лучевую терапию, они концентрируются уже на других вопросах, в частности на том, как можно это сделать быстрее. И канадская, и английские исследования, они чрезвычайно большое имели значение, внесли огромную лепту. С одной стороны, они показали, что гипофракционирование у больных раком молочной железы можно использовать, оно не ухудшает косметический эффект и не компрометирует локальный эффект. С другой стороны, эти два исследования, конечно, имели очень большое значение, даже не два, а три, наверное, будет или четыре, правильнее говорить, поскольку у англичан их было несколько. Они позволили пересмотреть взгляды на показатели альфа-бета у больных раком молочной железы, который сейчас оценивается как 3-5%. Вместе с этим некоторые проблемы остаются, и в первую очередь это проблемы, связанные с неблагоприятными эффектами лучевого лечения. Наверное, на первом месте стоят осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, которые, о которых много пишут и которые, в общем, являются, к сожалению, большому реальной проблемой. С другой стороны, нужно помнить о том, что у больных после облучения молочной железы повышается риск индуцированных опухолевых образований в контралатеральной молочной железе, у курящих женщин в легком облученном. Это тоже очень серьезные проблемы, с которыми приходится иметь дело радиационным терапевтам и которые необходимо каким-то образом решать. С другой стороны, было показано, что у больных ранним раком молочной железы при небольших новообразованиях рецидивы возникают, как правило, в ипсилатеральном квадранте молочной железы и чаще всего на протяжении 1-2 сантиметров от ложа опухоли. И, конечно, это навело на мысль о том, что, может быть, можно облучать не всю молочную железу, а только ложе опухоли с каким-то отступом или без него. Путей для решения этой задачи было предложено несколько. Это интраоперационная лучевая терапия в виде парциальной лучевой терапии и различные варианты парциальной лучевой терапии, уже более такие традиционные, такие как брахитерапия или наружное облучение. Если говорить о интраоперационной лучевой терапии, она, конечно, очень привлекательна была для хирургов, потому что, с одной стороны, все вопросы можно решить в операционной, и хирургическое вмешательство, и лучевое воздействие. С другой стороны, это, конечно, очень сильно сокращало время за счет того, что облучение производилось за одну фракцию. Но, к сожалению, накопленный опыт двух больших рандомизированных исследований, наиболее интересное, наверное, все-таки Эллиот, показал, что риск локальных рецидивов достоверно выше у тех женщин, которые получали интраоперационную лучевую терапию. В исследовании Эллиот в 10 раз был выше риск рецидива локального. В исследовании Таргет, где очень тщательно подходили к отбору больных, несмотря на это, все равно было практически двукратное увеличение риска локального рецидива достоверное. Еще один очень любопытный результат исследования Таргет заключался в том, что у больных, которые получали облучение всей ткани молочной железы, достоверно чаще наблюдалась неонкологическая смертность. Они чаще умирали от сердечно-сосудистых осложнений, что в очередной раз напомнило о том, что все-таки проблему эту каким-то образом надо решать. И одним из путей решения этой проблемы... Да, и хотелось бы сказать, что, наверное, неуспех интраоперационных методов, он, в общем, в принципе, объясним, поскольку еще раз напомню, что риск рецидива опухоли, он, как минимум, ограничен 1,5-2 сантиметрами вокруг ложа опухоли. Конечно, при интраоперационной лучевой терапии такого глубокого воздействия на ложе не происходит. Наверное, поэтому и происходят рецидивы. В связи с этим были запланированы другие исследования, в частности, интересных два исследования по использованию брахитерапии источниками высокой мощности дозы.
И планирование уже в этом случае было гораздо более тщательным, и оно было направлено на то, чтобы 2 сантиметра вокруг опухоли обязательно получали то или иное лекарственное воздействие, лечебное воздействие. Либо они убирались во время операции, а оставшееся расстояние облучалось с помощью внутритканевой брахитерапии. Первое исследование в этом направлении, венгерское исследование, очень известное, хорошее, не очень большое, оно показало, что действительно такой подход возможен, и парциальная лучевая терапия в этом случае оказалась не хуже облучения всей молочной железы с точки зрения локального контроля, и с точки зрения косметического результата она была достаточно благоприятным. Ну и самый главный, конечно, шаг был сделан после проведения исследования третьей фазы, рандомизированного многоцентрового европейского, которая была опубликована в прошлом году, и которая показала, что действительно при проведении внутритканевой брахитерапии источниками высокой мощности дозы мы ничего не теряем с точки зрения локального контроля и даже немножко выигрываем с точки зрения косметического результата. После этого высокодозная брахитерапия она стала рассматриваться в качестве одного из основных методов для проведения парциальной лучевой терапии больных раком молочной железы. Кроме всего, надо отметить, что проведение этого способа облучения молочной железы ассоциируется с очень серьезным снижением лучевой нагрузки на коронарные сосуды, на сердце, на легкое и на контралатеральную молочную железу. В общем, это та цель, которую мы преследуем. Было даже уже созданы рекомендации, согласно которым определенные группы больных, которые являются оптимальными кандидатами для проведения парциальной лучевой терапии, это женщины старше 50 лет с опухолью меньше 3 см и негативными краями. Но вот в 2017 году было еще указано, что больные с трижды негативным раком молочной железы тоже являются плохими кандидатами для парциальной лучевой терапии. Если говорить о требованиях внутриклиневой брахитерапии рака молочной железы, то в принципе основная наша задача – это, конечно, получить хороший косметический результат, поэтому особенное внимание уделяется тому, чтобы не облучать в избыточной дозе кожу и подкожную клетчатку. И с другой стороны, конечно, очень важна гомогенность распределения дозы, потому что это тоже косметический результат в будущем. Сам процесс, он достаточно, я бы не сказал сложным, но он многоэтапный, трудоемкий, и процедура установки игл занимает в среднем от 30 до 50 минут. После этого проводится 8 сеансов высокодозной брахитерапии по 2 сеанса в день. Это, в общем, все лечение занимает обычно неделю. Необычно, оно занимает неделю. Так это выглядит после установки катетеров. Таким образом выглядит дозное распределение. Надо сказать, что, конечно, современные системы планирования и подведения, выполнения высокодозной брахитерапии, они позволяют очень серьезно оптимизировать дозное распределение и достигать очень хорошей гомогенности. Это очень важный момент. Мы проанализировали наш собственный опыт. Это больные, которым проводилась не только парциальная лучевая терапия, но это и пациенты, которые получали буст в виде высокодозной брахитерапии. Обратили внимание на несколько любопытных факторов. Например, мы обнаружили, что для себя открыли, что при установке игл с расстоянием 1,5 сантиметра гомогенность дозного распределения увеличивается. И мы поэтому отдаем предпочтение сейчас этому способу установки катетеров. С другой стороны, мы подтвердили, что действительно дозная нагрузка на коронарные сосуды, на ипсилатеральное легкое, на кожу, на молочную железу, она снижается существенно при проведении внутритканевой брахитерапии. Ну и достоинство, конечно, наверное, привлекательным достоинством является хорошая радиобиология, потому что, несмотря на гипофракционирование, лечение проводится за несколько фракций. И огромный плюс, конечно, заключается в том, что нет смещения мишени, что позволяет нам очень серьезно уменьшить объем облучения, ну и, конечно, сократить время лечения и снизить затраты на лечение. Спасибо за внимание.